Как это их нет? Что значит нет? Ну? Ты же сам говорил, что им некуда деваться. Что раненая она, Катька. Ты это говорил? Говорил. Люди в поселке дежурят, но пока все тихо. Пока все тихо. Мне, старику, за ними бегать. Я бы был помоложе, я бы самолично все это садоводство перевернул. В домах вы искали? Больше половины обошли. Все настроение мне, понимаешь, испортил. Я думал, с Катькой поквитаюсь, и на тебе. А если она уедет свою за границу, ищи ее тогда, свищи. Я сегодня на концерт в филармонию собрался. На концерт Бетховена. Ты понимаешь? С каким сердцем я буду слушать этого самого Бетховена, когда эта сучка по земле бродит? Виктор Павлович, делаем все, что возможно. Делаем все, что возможно. Он делает все, что возможно. Ты вот что. Ты больницы все блокируй. Кто с огнестрельным ранением, лично сообщай мне. Хорошо, все будет сделано. А вокзалы? Аэропорты контролируете? Ну, аэропорты, да, а с вокзалами потруднее. Но тоже прорабатываем. Ментов подключай, хватит им дармоедничать. Что я, всех кормить обязан? Нашли, понимаешь, доброго дедушку.